Судя по вашей рецензии, фильм «Гоголь. Начало» вас удивил? Высоцкий наркоман, а Гоголь, значит, у нас шизофреник с яркими галлюцинациями. Вы что, вы серьезно это или как? И что же дальше, интересно? Пушкин стендапер, Чехов давит смузи, а Лермонтов вяжет свиншоты. Пресса уже окрестила фильм прорывом года. Угу. Вы не согласны? Да, да, да. А всадник без головы в черном капюшоне гоняет украинцев. Это, ну, это что? На злобу дня? Это социалочка. Мы можем водички? У меня пересохло. О. О. Отрубленный... Оторванные мечом ноги, отрубленные топором головы, разорванные грудины, все это, уважаемые создатели, я видел в Мытищах в 96-м. А чего бы мне хотелось? Мне бы хотелось... Простите. Я хотелось мне бы очень... что-то новенького. А у вас что? Что у вас? Приехал человек из Питера и навел порядок. Было?